Сейчас, смотрите, демонтаж, ну, практически завершен, да? Сейчас окна довставляются, потому что до понедельника, до вечера должны окна все быть вставлены, закончен демонтаж. С понедельника начинается выравнивание полов, ну, штукатурить стены уже, видите, отопление полностью сделано. Ну, как бы я считаю, что процентов на 60 здесь уже сделано. То есть осталось уже чисто, как говорится, на чистовую выходить, да, то есть, когда вид появляется, да, видно, сейчас вот это все как бы страшно, да, то есть, а потом вот буквально там две недели пройдет, придете сюда и увидите уже, когда оно все это в чистовую превращается, эта красота появляется. Сегодня глава города сказал, что срок сдачи ваших работ – это 6 декабря. Как думаете, успеете все, уложитесь в эти сроки? Да, конечно, уложимся, будем стараться прилагать. Еще, как видите, здесь просто что жилое помещение сверху, жильцы, они немножко не дают, да, там пошуметь где-то. Мы стараемся даже вот днем, вот на сегодняшний день, на рабочий день, проживают там пенсионеры, и, ну, им мешает это постоянно все. И, ну, как бы такая борьба с ними идет. Приходят ругаться? Ну, не единожды уж. А сколько человек сегодня у вас здесь работает? Здесь, ну, 8 сегодня. Ну, этого больше, достаточное количество? Больше даже, как бы, всех не считал сегодня сколько. Ну, на этот объем пока мест достаточно. С понедельника, когда начнется заливка полов, да, то есть здесь, конечно, увеличится все. И самое главное сейчас демонтаж. Окна меня немножко поддерживают, да. В понедельник окна закончатся, чтобы мне закрыть тепловой контур. И начать заливать полы уже.